Обещанного ждут не 3 года, а, как оказалось, 5 лет. Жители уверяют, еще в 2018-м глава сельского поселения Отрадное обещал, здесь будет дорога. Проложили щебенку, а вот сам асфальт здесь появился только этой осенью. Но вот незадача. Начало и конец дороги на улице Гвардейской пропустили. Покрывать асфальтом не стали. Дорожники объясняют, говорят местные, планом у них это не предусмотрено. Дом Владислава находится как раз в начале улицы, возле незаасфальтированного участка дороги. Напротив дорожной ямы. Мужчина каждый день выезжает по этой дороге на работу и по делам. А в дождливую погоду к нему заливается потоками вода. Когда машины проезжают, вот часть уже асфальта начинает разрушаться. То есть через до весны этот асфальт не долежит. Потому что я так полагаю, что он не положен ни по нормативу. Толщина его, скорее всего, не соответствует. Экономию произвели. Тогда они должны произвести за счет этой экономии полностью выложить асфальт, как положено. От асфальта до асфальта, но не оставлять вот это вот болото. Я не видел такого, чтобы от асфальта до асфальта оставляли 5 метров, либо 10 метров просто грязи. Для чего это существует? Такого не должно быть. Недовольных на этой улице соберется много, потому что ежедневно по этому участку все, кто тут живет, проходят или проезжают. Но почему-то дорожники этот участок волей случая решили обойти. Чтобы заасфальтировали, как положено, вот этот кусок. Не столь он дорого стоит. Не столь. Здесь, может, 10 или 12 метров, ну пусть 30 квадратных метров. Сколько стоит квадратный метр сейчас, пусть он посчитает. В администрации Новоусманского района нас заверили, незаасфальтированный участок действительно какая-то ошибка. И пообещали, что в ближайшее время дорогу проложат до конца. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал.